Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на часах Vivax Live Fit изменить время отключения экрана. Как-то так оно вроде называется. В общем, как изменить время перед тем, как ваш экран отключится. Заходим в настройки. Далее Screen Display. Screen Time выбираем. И выбираем, сколько секунд будет. Давайте 9 секунд выберем. И вот, собственно, и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!